Глупая женщина. Это так опасно. Останови, Март. Подожди, я сейчас сдам назад. Она выглядит так, словно сильно поранилась. Она выглядит так, словно ей нужна нога. Может, поменяемся? Я уже выдохлась. Эта женщина ловила машину посредине нигде в Соединенных Штатах Америки. В этом замечательном голубом платьице в горошек. И вот что... Привет, я Дебби, ваша официантка. Сюда, пожалуйста. Мы бы хотели заказать... Им просто надо запрыгнуть в постель и уже там посмотреть, что из этого получится. Да, они так и сделают. Точно. Такие люди, как они, им всегда надо о чем-то говорить. Они говорят, говорят. Собирают целый комитет для решения одного вопроса. Кто будет сверху? Я совсем другая. Доктор Питерсон говорит, что принадлежу к такому типу людей, которые сначала делают, а потом думают. Да, я с ним совершенно согласен. Тот, кто колеблется, обречен на неудачу.